А почему школа называется международной? У вас что, преподаватели иностранные или студенты иностранные? Елена Кутейникова, директор Международной школы дизайна. Школа называется международной, потому что мы обучаем по международным стандартам профессии. Наши ученики – это творческие, ищущие, вдохновленные люди, которые ищут нового дизайнерского профессионального пути. Мы им на этом поприще помогаем. Скажите, пожалуйста, на какие учебники, какие издания современные вы ориентируетесь, и какие, если у вас дизайнеры западные, которых вы любите? Значит, про дизайнеров сначала. Ну, несмотря на то, что сейчас он опальный, наверное, Джон Гальяно. Потом Виктор Рольф, то, что лично мне интересно. Марко Маскино, все, что там дизайнеры делают тоже. То есть, в принципе, мне очень нравятся дизайнеры, достаточно яркие, с таким очень выраженным творческим подходом. Что касается изданий, то, что вот мне понравилось и зацепило, это Васильева издание. И о русской моде, и вот о доме Шанель, Диор, это достаточно интересно. Но это нельзя, наверное, назвать учебником, скорее больше, да, что-то такое. Но, тем не менее, все равно тоже образование, конечно, очень много полезных фактов. Вот. Из журналов, ну, Vogue иностранных, в принципе, да, там достаточно...